В республике прошли дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Всего было замещено 10 мандатов в 8 округах. Предварительные итоги голосования обсудили на совещании в Доме правительства. Выборы в минувшие выходные проходили на 13 избирательных участках. Среди вакантных мандатов 7 в сельских поселениях, 2 в районных собраниях и 1 в Алаторском городском округе. Нарушений во время голосования зарегистрировано не было. По итогам выборов во всех 10 округах победили представители политической партии «Единая Россия». И хочется поблагодарить МВД, Центральную избирательную комиссию, политические партии за активную организацию данной кампании. Значит, самое главное, не было допущено нарушение общественного порядка, и результаты, они, значит, обсуждению не подлежат.